Остановись мгновение. Трудовые будни и торжественные моменты из жизни тех, кто нас бережет, через призму объектива. В краевом центре открылась фотовыставка, посвященная ставропольским полицейским. Такой подарок решили сделать стражам правопорядка в преддверии их профессионального праздника. Наш корреспондент Кира Рогожина познакомилась с экспозицией. Ветеран МВД Федор Ягодкин в галерею Паршин пришел за полчаса до официального открытия выставки. Говорит, хотел в тишине насладиться работами коллег. Тем более, что во многих событиях, запечатленных на фото, участвовал сам. Да и добрых товарищей встретить, пусть даже вот так, виртуально, все равно приятно, признается он. Это наш ветеран, очень активный, 91 год человеку. Вот. Но он участвует в наших мероприятиях. Это замечательный подарок для работников органов внутренних дел. Потому что каждый, кто здесь побывает, кто посмотрит на это, он уйдет отсюда с большим удовольствием и с хорошими воспоминаниями. А вспомнить гостям выставки есть что. Фотографии отражают почти 2 года жизни ставропольской полиции. В экспозиции представлено более 50 работ. На репортажных и постановочных снимках запечатлены будни и праздники ставропольских стражей правопорядка. Есть здесь и уникальные, трогательные кадры. Вот, например, бывший начальник зонального центра кинологической службы вместе со своим юным подопечным. Примечательно, что так видят свою работу сами стражи правопорядка. Именно они стали авторами большинства представленных работ. В этой нашей фотовыставке мы выставили непосредственно наши работы, чтобы наглядно продемонстрировать то, чем мы занимаемся, как мы любим свою работу. В числе инициаторов выставки общественный совет при краевом ГУВД площадку предоставил один из его участников, известный художник Сергей Паршин. Специфическая экспозиция, по его словам, очень органично вписалась в атмосферу арт-галереи. Я считаю, что в нашем мире неразделимо творчество и охрана правопорядка. И мы должны ценить то, что у нас есть мир, порядок, есть то, для чего и почему нужен жить человеку. И, конечно, огромное за это спасибо сотрудникам внутренних дел. Трудно представить, что бы было, если бы по-другому. Также в рамках церемонии открытия выставки были озвучены итоги поэтического конкурса «Есть такая профессия». В нем приняли участие дети из различных национально-культурных организаций края. Лучшие стихи они прочитали перед гостями. Кира Рогожина, Александр Колодко, Ставропольское телевидение.